Всем привет! С вами канал Лев Лайф, Жизнь Тари. Лёва, поздоровайся. Всем привет! В общем-то, сегодня у нас необычное видео. У нас сегодня обзоры вот такого вот инструмента. Давно такой хотел в машину, чтобы лежало, вдруг что случится, там подкрутить что. В принципе, пригодится инструмент всегда для машины и, в принципе, дома. Так вот, допустим, тот же тренажер можно подкрутить. Тут, вот тут надо, кстати, будет подкрутить шестигранники, там надо. Так, давайте откроем. Я еще прямо вот с магазина, уже лежит 2 дня, я еще не открывал, потому что все времени нет снять обзор. Вот. Пленочка заводская. Мамочка, я сам налю. Сам. Так, давайте откроем вот эту. А, может, она в бок просто вытаскивается, наверное? Вот так сделаем. Тихо, Лев, стой, давай положим сначала, а то все высыпется. Так, вот так, вверх. Давай покажем, что тут написано. Вот такая фирма, не знаю, как читается, Омбра, наверное. Профессионал, 94 предмета вроде как тут должно быть. Давай, Лев, открывай. Открывай замки. Так, один и второй. Так, Лёва, отойди в сторону, чтобы показать зрителям. Так. Нашим подписчикам. Так, тут такая вот прокладочка. Тихо, Лев, не рви. И вот сам, собственно, инструмент. Да. Новый абсолютно. Все красивенький. Вот шестигранички маленькие. Ну, как-то он... Ну, типа, болтается, не знаю. Может быть, и нормально. Вот тут уже валяется, это Лев выкинул. Откуда это? А, вот отсюда. Так, надо, наверное, закрепить это все. Некоторые вон просто болтаются. Так, что тут есть? Тут нигде не написано. Так, тут есть трещотки, собственно говоря, сами. Лев, вот один не видно. Вот сюда, сядь сюда. Вот так вот. Что видно? Ключи, головки. Оп, надеваем. И пошли крутить. Так. Что тут у нас еще есть? Большая трещотка. Переключается влево-вправо. Маленькая трещоточка. Также влево-вправо. Все вроде бы работает. Есть вот такой вот. Кардан так называемый. Сейчас, Лёва, погоди. Такой переходник. И маленький переходничок есть. Также головки, смотрите, даже на сколько? На 32 есть голова. Как бы это вообще круто. Очень большая головка. Есть также самая маленькая. Лёва, отойди. Самая маленькая у нас на 4. Так. А чем, собственно говоря, крутить? Нету таких отверток. Тут в чем набор тут самый это интересный, самое интересное в этом наборе, точнее, это вот такие вот длинные головки. А это специально, чтобы ремонтировать двигатель. Видите, какая длина? То есть сама шляпка болта может быть очень длинная. Либо, допустим, шляпка болта и что-то там дальше мешает. Да, далее. То есть очень удобно вот этими штуками крутить длинные болты. Из-за этого, именно из-за этого, у папы есть набор тоже, и там вот таких вот болтов нету. Да, Лёва, накидок таких нету. А здесь они есть. Это очень большой плюс, и из-за этого я взял такой. У него, то есть, есть набор, там есть именно сами ключи. А здесь ключей, как видите, нету вообще. Тут только головки и вот такие вот насадочки. Под отвертки тут, под шестигранники. А в ближайшее время... Планирую делать двигатель. И за это вот еще взял. А, еще тут вот есть для свечей съемники. Точнее, да, накидники, блин, как сказать их. Чтобы откручивать свечи. И тут получается на 16 и на далю. И на... Сколько тут? На 21. Откручивать свечи у двигателя. Вот такой вот у нас
набор. Как читал по отзывам. Вот отвертка, точно. Я думаю, где вот это она сливается. Я думаю, как вот эти-то вставлять. Чтобы вот так оп, ставил, допустим. И вот можно будет крутить. Ну-ка, подожди. Сейчас, кстати, попробуем подобрать для этого, чтобы мне закрутить. Открутилось. Сейчас, погоди, Лев. Шестигранник тут. Ну-ка, вот этот пойдет, нет? Тоже маленький. Маленький. Ну-ка, вот этот, может, подойдет. Это дочь. Тоже маленький. Вот это дочь. Ну-ка, дай. Не, это сильно большой, Лёва. Надо поменьше. Как его ставить-то обратно? А, вот она. Вон она. Погоди, погоди. Вот, наверное, вот этот подойдет. Во. Вот этот подходит. О, а тут уже надо такой ключ. Так, какой надо ключ? Как? Нет. Какой-то должен быть переходник под него. Как, допустим, сюда-то вставить это? А, вот, наверное, да? Нет. Где мама? Это удлинитель просто. Где мама это? Вот я взял. Сейчас разберемся. А как вставить-то вот сюда? Может, надо взять так вот? Блин. Вот, наверное, подходит. А это уже, давай. Это получается головка на 8, что ли? Вот так вот. Тут фиг открутишь. Надо с той стороны пробовать. Ну-ка, если взять... Это не подходит. Вот это только, получается, подходит. О. Блин, она не держится там. Ладно, буду разбираться. Это все долго. Ты, Лёва, будет машину делать, да? Как ты будешь машину делать? Я буду попереть. Помогать будешь? Да. Да? Будешь крутить, ключи подавать? Да, папин. Вот. Так что решил вам показать такой наборчик. Со временем, конечно, он себя покажет. Сломаются головки, там сломаются ли трещотки. Насколько его хватит. Естественно, по отзывам все хорошо. Всем нравится этот набор. Мы все-таки, я потом расскажу, может, через несколько месяцев, как он себя покажет. Некоторые наборы боятся воды. То есть, если попадет снег, и вы не протрете там ключи, либо головки, то чаще всего он ржавеет. Ну, тут, не знаю, покрытие какое-то вроде бы есть, блестит. Возможно, он не заржавеет. Ладно, в общем, все вам покажу потом. Расскажу. В следующих видео смотрите, будем ремонтировать сурф, двигатель делать, прокладку будем менять, потому что потекла у нас. И будем чистить дроссельную заслонку. Так что смотрим, подписываемся на канал, ставим большой палец вверх. Пишем обязательно комментарии. С вами был канал Лев Лайф. Вот, Левоч. Левоч, говори всем пока. Всем пока. Смотри туда и говори всем пока. Всем пока. Махай рукой. Все, давайте, всем пока.